Хорошо, хорошо. Я не прав в этой машине. Я вообще не имею прав. Не имею прав. Я был пьяный, меня поймали. Там все будет. Хорошо, что в этой ситуации дело кончилось только сломанным забором на соседней улице. Глядя на состояние водителя, можно представить, что еще он мог натворить, управляя многотонной машиной. Несмотря на то, что прав у парня нет, да и на КамАЗе он решил покататься без ведома его хозяина, задержанный полагал, что лучше полицейских знает все тонкости закона. Товарищ эксперт, вам бы не тык, пожалуйста, будь добры. Это же не ваша машина. Какая бразильца? Я оставил его. Ну, хозяин разрешил. Кто? Какой хозяин вам разрешил? Я знаю хозяина, что? В том, что парень сидел за баранкой КамАЗа, не сомневаются и очевидцы, а точнее хозяева поврежденного забора. Еще до приезда полицейских люди сумели догнать самосвал с неадекватным водителем на своей машине. Мы его сначала пытались остановить на нашей улице около дома. Он в итоге уехал, проигнорировал нас, я сел в свою машину и за ним поехал. Здесь пробка была, и перегородил ему путь, и этот, как бы его уже вытащили с кабины. Ну а машина, собственно, чья это? Машина хозяина. То есть хозяина вы знаете, что ли? Или не знаете? Не знаю. Не знаете. Но взяли его машину при этом. Я не брал ничего машину. Я шел рядом, и меня просто поймали. Что же вам там бояться? Отпечатки и прочее? Кто боялся? Я не боялся ничего. Я вам и говорю, двух ментых, протокол и так далее. Видимо, хозяина КамАЗа парень все-таки знает. Возникает резонный вопрос, будет ли тот писать заявление об угоне машины. В любом случае, 2 недели отдыха в камере водитель себе обеспечил. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».